Изменений, которые предполагает закон об изменении закона по вопросам предпринимательской деятельности, вступающий в силу с 1 октября 2024 года, достаточно много. Основные коснулись индивидуальных предпринимателей, но уже с 1 июля, осталось меньше месяца, будет работать новое правило. С 1 июля 2024 года для индивидуальных предпринимателей вводится обязанность представлять налоговые декларации по установленным форматам в виде электронного документа. До этой даты такая обязанность предусмотрена только для индивидуальных предпринимателей, которые являлись плательщиками налога на добавленную стоимость. Изменения в статью 40 Налогового кодекса Республики Беларусь, в которой предусмотрена обязанность подачи налоговых деклараций в электронном виде, вносятся пунктом 12 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 27 декабря 2023 года номер 327-З. Получить электронно-цифровую подпись можно в регистрационных центрах, аккредитованных в Республиканском удостоверяющем центре государственной системы управления ключами. Для получения услуги необходимо предоставить следующие документы. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, копия документа, подтверждающего оплату, заполненный перечень сведений о подписчике для индивидуальных предпринимателей. Также рекомендуется предоставлять копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. При получении услуги с базовым атрибутным сертификатом для работы с системами ФСЗН необходимо предоставить заверенную подписчиками информацию с корпоративного портала ФСЗН или копию извещения о постановке на учет, подтверждающую учетный номер плательщика в органе ФСЗН или информационное письмо органа ФСЗН, дублирующее сведения о постановке на учет. Для индивидуальных предпринимателей сертификат может быть издан по желанию на 1 или 2 года. Стоимость издания сертификата с выдачей носителя составляет 136,74 на 1 год и 152,04 рубля на 2 года. А при необходимости издания и дополнительного атрибутного сертификата ФСЗН стоимость составляет 146,22 рубля на год и 171,42 рубля на 2 года соответственно. Также в качестве носителей могут быть использоваться USB-носители AV-PASS и AV-BIND, а также специализированная сим-карта, выпущенная мобильным оператором. Налоговые инспекторы рекомендуют подключиться к системе электронного декларирования заблаговременно. Необходимую информацию можно получить на сайте infocentr.by или по телефону 8 017 269 19 19.